Многие меня просили челлендж модификации аномалии в режиме «Одна жизнь», но в связи с последними событиями это не представлялось возможным. Однако недавно я подумал и решил, что почему бы и нет. Не так давно я заметил ютубера по имени Фарли. Парень делает качественный контент, однако подписчиков и просмотров у него мало. Ну я и подумал, почему бы с ним не заколабиться. Написал ему, он согласился, парень оказался довольно-таки адекватным, и встречайте в первую пилотную серию. Если что, ссылочка на его канал будет в описании. А за кого мы будем играть, увидите прямо сейчас, и это решил рандом. Ну и не забудьте про лайк и про подписку на канал с колокольчиком. Я желаю всем приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Короче, меченый. ЦТМ куда включить еще, наверное? Как хочешь. Давай, включу экран. Видно аномали? Да. В общем, группировка. Ну, типа, сталкер это первая, бандитов скипаем, потому что нет сюжета. Первая, вот это вторая, третья, четвертая. Пятая и ученые шестая. Типа шесть этих циферок. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, да. И какая дропается тебе, ну или мне, за того и играешь. Понял. Понял? Да. Так, кому первому выбираем? Давай тебе-то. Мне? Да мне... Надо. Правила еще челленджа. Походу этого группировку можно менять. Будет поменять. Или нельзя? Или можно? Там же можно вступить? Да нет, наверное, нельзя. Ну, мне тоже опыт рассказывает, что лучше не надо. Ну, нельзя. Ну ладно, мне, поехали. Два? Это кто? Это же чисто небо. Да, чисто небо. Ага. А если тебе тоже падает чисто небо сейчас? Что делать? Ну, еще раз, значит. То есть нельзя, да, за одно и то же? Ну, это неинтересно будет просто. Три. Рит долг? Или кто там? Да, да. Ой. Я за свободу как-то больше. Итак, друзья, это модификация аномали, режим одна жизнь. И как вы понимаете, это челлендж с ютубером. Думаю, мало кто о нем слышал. Этот ютубер снимает качественный контент, и вот недавно я заметил его и решил продолжить ему этот челлендж. В принципе, он любезно согласился. В общем-то, вы уже знаете, что Фарльд играет за долг, я же играю за чисто небо. Методом рандома мы это определили. Ну и давайте будем себе тогда настраивать персонажа. Вот такого челика в масочке, если я выберу, где он. Какой-то. Вот этот вот классный довольно-таки. Назову себя. Не знаю, даже как, но пусть будет просто голдмен, потому что, ну как иначе, я не знаю, да. Легкая у нас сложность, чтобы подольше мы пожили, и ставлю экономику мусорчик, затем все я беру дозиметр обязательно, вот уже вопрос, потому что на ствол-то вроде как нам, нам уже на ствол не хватает, поэтому есть смысл вложиться, наверное, в медикаменты, да. Ну давай армейская, бинты тогда, аптечки простые понакупаю, так, чего еще можно взять? Ну, водка от радиации, думаю, можно будет ее использовать, конечно, ну и хлебушек, или че, или как? А лучше, наверное, научную. Нет, научную нельзя, стимулятор нельзя. А если научную? Во, научная и все. Ну пусть будет научная аптечка. В принципе, вот так начинаем. Поехали. А, да, одна жизнь. Точно, забыл поставить одну жизнь. Здесь у нас все, в принципе, трогать больше ничего не буду. Ну что, начинаем. Итак, друзья, я в игре. На базе чистого неба я оказался магическим образом. Это аномали. Давненько не играл я в дефолт на аномали. Ну ладно. Кстати, нам сразу дали куртку. Это не есть хорошо, потому что обычно знаем давали бы, допустим, комбез наемника. Ну, ладно. Вот, на связи я ищу добровольцев для выполнения крайне щепетильного задания. Повторяюсь, это целиком и полностью зависит от вашего желания. Однако, если все-таки кого-то заинтересовало, то подходите ко мне, поговорим, что да как. Так, давай рюкзак сразу. Ну, это типа тайна, как она там? Не тайна жизни, как называется сюжетка? Я не помню, ладно. В аномали. Вроде как играл не так давно, но все же. Так, в общем-то, мы с Фарлидом выставили себе идентичные настройки сложности. Тут погода, как бы звуки, это все кто как хочет. В этом плане ничего не меняли друг у друга. А вот именно сложности мы уделили особое внимание. Так, ладно. Давай с тобой сейчас поговорим. Ты, скорее всего, дашь какие-нибудь сратые квесты по типу, да, вот ученых провести, КПК на затон отправить и все. Типа квесты такие себе. Так, спички давай сразу протазим. И инвентарь у тебя 35 тысяч, 32 тысячи, 32 тысячи, понятно. Короче, нянюк у нас кот наплакал, поэтому будем как-то бомжевать сначала, так точно. Так, ну что, живая легенда, как этот сюжет на линии называется, видео сообщение. Стрелок, я согласен помочь, но все же хотелось бы поподробнее узнать, что тогда случилось между вами. В общем, нам это он рассказывает.
Ну, кстати, мы понятия не имеем, был ли Стрелок непосредственно причиной той самой катастрофы или нет. Быть может, это Лебедев ошибся в своих теориях и прогнозах, и нам просто не следовало вмешиваться. Мне не хочется посылать тебя в еще одну погоню за Стрелком, потому что судьба тут явно не на нашей стороне. И нам бы следовало уже смириться с историей. Но у чистого неба накопилось достаточно вопросов, на которые хотелось бы узнать ответы. Как минимум, сторожилы заслуживают правды. Да уж, холод, та еще история. Но раз уж ты так все преподносишь, то это было бы неправильно по отношению к нашим ребятам. Да и мне самому интересно, что тогда произошло. Так что я в деле. Да, кстати, здесь со Стрелком, походу, чистого неба, она как-то по-другому описывается эта история. Поэтому это очень даже прикольно, ну ладно. Спасибо, приятель. Премного благодарен за понимание. Не хочу я, конечно, старика беспокоить, но у нас нет других зацепок. Тебе надо найти ботового доктора. Это что такое сейчас было? Это окошко закрыл? И по идее сейчас должно быть все хорошо. Я надеюсь. Так, ладно, окей. Старого друга найду, ренегатов 10 штук нашивки поищу. Не проблема, я думаю. Ну и пошли сейчас тогда еще к одному местному торгашу. Кстати, по поводу цветокора. Давайте я еще тут выставлю. Яркость, она дефолтная, что я не понимаю. Но тут, в принципе, можно чуть-чуть прям подредактировать все. Я думаю, что вот так вот, не? Нормально? Или ярко слишком? В общем, ладно. Думаю, что по ходу дела решим. Так, здорово. Работа мне нужна. Очень срочно. Мясо кабана и все. Больше ничего не можешь мне предложить. Ну, значит, не хотелось бы сразу, конечно, идти по сюжету, но, видимо, придется это делать. Да. Где? Вот сюда сразу идти. Старый друг, живая легенда. Или что? Или взять пока дефолтные квестики, допустим, у тебя. Так, Ярик ржавый молчит. Я же могу туда побыскивать местные вообще вот эти вот нычки. Не нычки. О, хорош. Чел. Сейчас будем деньги первые зарабатывать. Неплохо. Так, а ты что расскажешь? Ничего. Какие-то они все молчуны. Это нехорошо. Ладно, давайте по-быстренькому продадим эти вещи, ибо они довольно-таки много весят. Учти, учту. Так, торговля. Держи 300 рублей плюсом. И сейчас еще... Так, а какие патроны ты ешь? Вот такие, да? Ну, кстати, 30 штук это маловато. Ух, нихрена себе, ты какой-то необычный чел. Так, работа у тебя имеется какая-нибудь? Документы для чистого неба. Но я не думаю, что ты куда-то уйдешь. Кстати, мне почему-то кажется, что ты... Бляха. Останешься здесь и будешь патрулировать это место очень долго, поэтому я возьму этот квест. Правда, на Дику надо будет идти. Когда я там до нее дойду, это вопрос уже другой, но когда-нибудь. Так, находим пси-блокаду, что довольно-таки полезно может сказаться на прохождении. Так, ну-ка давай запрыгивай, залезай. Где тут еще нычки? Ух ты. Этого, кстати, я не видел челика, если честно. Порой любопытно просто погулять по базе и найти то, чего раньше не находил и даже внимания не обращал, поэтому, да. Так, торговля, давай еще раз тогда возьми вот это. В принципе, больше брать... Точнее, покупать нечего. Патроны... Ну, 30 штук есть, но... Мне что-то подсказывает, что мне они... Не пригодятся. Так, ну что, бежим сейчас тогда, получается... Куда? Не, ну можно пойти на кордон. И кто нам враги, кстати? Забыл посмотреть. Долг нейтральный нам, одиночки, свобода нейтральный, чистое небо. Понятно, ученые-наемники, военные бандиты, монолит. Все. Ну и ренегаты всякие, вот эти вот. Другие группировки, зомбированные, естественно. Мутанты, поэтому... А ну-ка, подожди, а у Фарлида мне интересно, что там по отношениям долг... у него, короче, у него больше, а нет, у меня сколько, у меня 3 врага, у него 4, у него свобода враг, не наемник ему враг, 100 военные, нейтральные бандиты, враги с монолитом, ну, скажу так, что у него чуть-чуть посложнее, и мы еще договорились, что нельзя менять группировку по ходу игры, то есть вот ты начал за чисто небо, и вот бегаешь за нее, и все, типа, так что, как с Валдаром, как он там отманцевался, да, то есть тоже, блин, начал там он тогда за наемников, в итоге там за свободу, за сталкеров успел поиграть, по-моему, поэтому нет, так тут не получится. В этот раз, поэтому да. Я все это предусмотрел, чтобы не было подобного больше. Хотя, если честно, я бы наемники вступил, ибо у них побольше всякого лута вроде как имеется. Но ладно. Будем за чистое небо. Не проблема, я думаю. Так, ну что, разбиваем ящики. Надеюсь на то, что что-то найдем. Какие-то первые вещички. Так, спальный мешок нашли. А, это компрессированный мешок, или как он называется. Так, что-то вы не торгуете никак. Это меня печалит. А ты торгуешь со мной, нет? Чел с отбойником. Торгует. Опа. Доброго. Видел твое сообщение с просьбой сопроводить на Кудыкину гору. И все еще помощь нужна? О, ты проводник? Наконец-то хоть кто-то откликнулся. Блин, мужик, ты не представляешь, как горят у меня сроки. Только это, ты уверен, что сможешь провести до места? А то уж вы тут сам знаешь. Ствол так и держишь наготове. Куда идти? Трен новичков, кордон.
прошли, ё-моё. Несложно до деревеньки вас довести. Так, ждите меня пока здесь. Я думаю, что буду частенько бегать с отрядами какими-нибудь. За 8 часов до деревни новичков вообще без проблем. Еще и за деньги. Я туда все равно приду, поэтому да. Еще и за деньги, так что вообще с кайфом. Так, тут что, водичка, отклик находим. Вот это полезно, кстати, довольно-таки. Это полезно, реально. Так, следовать за мной. Но я тут, наверное, сейчас еще буду пару местечек обыскивать, поэтому не спешим никуда. Да и у меня квестов тут нет особо на этой территории. Может быть, тогда сразу до деревеньки махнуть. По факту, почему нет? Оля, какая трава красивая. Ой, вот трава, вода красивая. О, для грубы находим. Повезло, очень даже. Да, вот так бы всегда, конечно, но... Ладно, не знаю даже, с чего начать. Квестов особо нет на болотах. Поэтому, наверное, стоит реально действительно... Просто пройтись до кордона. А почему нет? Потом вернуться, если что, и все. Ну, я даже не знаю, какой план выставить. Обыскать все здесь, может быть. Ну, вот здесь точно будут военные. Да и квестов нет, понимаешь, в чем проблема. Если только сейчас вот у них какие-нибудь квесты взять. На кордоне квестов будет побольше. Нифига, он с големом бегает. Так, ты торгуешь, да? Махнемся. Кстати, ты возьмешь, да? Да, ты возьмешь. У тебя есть 2000, я думаю, что лишний сейчас тебе хлам скину. Мне он просто не нужен, но ты возьмешь его нормально. Так, работа, подожди, у тебя имеется какая-нибудь? Титановые штуки... Ой, что это за... Мне бы квест по типу «Ди убей, принеси то». А что-то искать какие-то вещи непонятные, не знаю где, не знаю как, что-то вообще не хочется. Так, вы идете, да, за мной? Молодцы, идут. Я вот не помню, здесь вроде как могут и такие бандиты находиться. Это так и есть, кстати, это так и есть. Поэтому, мужики, так стреляйте, что вы стоите, там военные, эти бандиты. Гранат у меня нет никаких. Так, плохо. Давай-давай, работаем. И еще какой-то чел тут пришел помогать нам, видимо. Минус один. Двигаемся дальше. Так, старая церковь, отлично. Но я, наверное, сейчас не буду пока обыскивать. Я вообще вот так побегал. А где они? Все, всех завалил, молодец. Отлично. Так, находим первые вещички. Нам, кстати, нашивки ренегатов нужны. А судя по нашивкам, это и были ренегаты. Так, отойдите, пожалуйста. Их мне для тонка найти. Симк находим. Отлично, симк тоже неплохо. Так, крепкий энергетик. И больше ничего полезного не находим пока здесь. Изолента. Все, захреначим. Синий изолентой. Так, а то что, ничего не нашли? Радиацию маленько схватили, но не важно. Так, еще что-то находим. У меня скоро будет, думаю, перегруз, но я вот сейчас это все повыкладываю. Не знаю, что даже никого не ранило. Это хорошо. Это крайне здорово. Ну и давай допущим все эти ящики, которые тут имеются. Почему бы, собственно, и нет. Так, давай. Понятно, пусто. А здесь? Здесь еще ящики есть. Да, блядь, пусти меня, ёпта, игра. Срочно нужен толковый проводник в Лиманск. Ничего себе у тебя запросы. Не, запросами такими ты иди-ка ты нафиг. Так, вот этот 11%, у этого 24%. Ну тут все очевидно, я считаю. Так, фортики. Ну, фортики особо не нужны, если честно. Потому что они убитые, да и патронов нет к ним, поэтому нафиг. А, так это 9.19 калибр, да? Так, кстати, находим для дробовика ремкомплект, а для винтовок малого калибра. Ну, один фиг не подходит, короче. Но хотя бы с дробовик в случае чего. Это хорошо. Если что, не с голым пестиком будем шляться здесь. Так, находим жикан. А дальше куда надо идти? Я говорю, можно пойти, в принципе, вот сюда. Да, но вопрос, не рано ли? И если что, конечно, вернемся. Ну давай, ладно, сходим на кордон. Ух, нифига себе. Или не сходим на кордон, вещей-то у меня много. А таскать их с собой не очень хочется, поэтому придется, видимо, разгрузиться где-то. Да, но у меня нет резона вот сюда возвращаться, только если квесты сдавать. Для грубой работы, точнее, один квест. Ладно, пошли, пофиг. Но если что, выложимся. Да и к тому же тут много вещей продам сейчас, я думаю. Поэтому по поводу веса можем не переживать. И нашивок ренегатов надо еще 8 штук где-то забрать, взять. Но где? Я не знаю. Так, а тут что у нас? Интересно. Еда, кстати. Но радиация у нас 1 миллизиверт. Это мало. Это мало, и это не опасно. Так, тут что у нас? Где у нас? Кто у нас? Фига он жесткий с экзоскелетом аж. Не, ну с экзой ты, конечно, загнул. Куда ты с экзой-то полез? Блин, мужики, давайте, короче, тоже как-то поучаствуйте, я не знаю. Только не по мне, пожалуйста. Ни хрена себе ты. Надамажил неприятно, ну ладно. Наших валят, да, действительно, ты только сейчас это понял. Где он там, это он? Все, завалил. Ну на этом вряд ли все. Блин, я боюсь его снайперскую винтовку, у меня есть такое ощущение, что она... Можешь подвести.
У меня, кстати, патроны закончились. А у них их и не было особо. Так, разряжаем. Лопаточку можно будет продать. Пестик-то можно будет разрядить. Так, а что у тебя было, да, Экзу? Ну ладно, это было бы слишком жирно, поэтому ладно. Так, кстати, находим патрончики для пистолета хотя бы в маленьком количестве. Обрез у него был. Неплохо жили, мужики, неплохо жили. Но ключевое слово здесь, конечно же, жили, да? Все, хотя бы у меня обойма еще есть одна. К моему пистолету. Так, кыш отсюда, пацаны. Неплохо. Нет, начальный тайники в аномали всегда дропаются. Классно. Так, пустите. И здесь, надеюсь, больше никого не было, кроме ящиков, естественно. Которые тоже собой все ничего полезного не несут, но порой дропается все-таки что-то годное. Да, прыгай, надоел. Короче, если дропается для тонка, я возвращаюсь на базу. Иногда. Но это вряд ли. Что сейчас в этом тайнике? Ну отойдите вы. Короче, ну нет. Дропаться для тонкой. Я еще буду в военных, но вроде как они тут не особо жесткие. По крайней мере, здесь. Они не будут прям люто по мне шмалять. Там нет было виста. Так что не проблема вроде. Так, тюби клея находим. Пригодится. Комплект для приготовления пищи. Ой. И здесь у нас пусто. Ну что, пошли тогда на кордон с нашими бравыми ребятами. Я им дам команду не стрелять и двигаться за мной. Конечно, есть минус. Тогда я их сбагрю очень быстро. Вот здесь вот. И они за мной больше не пойдут. Ну, это и плюс. Потому что деньги нам также накинут за это. Надеюсь, что реально моего убийства не будет здесь. Я спокойно пройду. Так, котелок с кайфом. Так, вы что, куда прилетели-то? Мужики, аккуратнее. Все-таки тут военные близко. Я боюсь вот тут бегать. Ну, нет, тут нет пулеметчика вроде. Иначе он бы давно спалил меня. Так, тут что у нас? Барвинок привозной. Это мне. Все, текаем отсюда. Хотя, погоди, тут еще ящиков дофига имеется. Так, их тоже поразбиваем. Может, что найдем. Нет, ничего нету. Тогда точно пошли. Зачем чисто небо в самом интересном мне на кордон, да еще и в тремных новичков? Хера вы так обходите по-тупому. Ну давай, стреляй по тушканам, правильно. Давай, давай, давай. Мне что, патрон на них тратить? Все, не стрелять. Ой-о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 й, это плохо. Там вояки загрелись. Как-то поздно вы ощутились. Как-то вы поздно вы проснулись на самом деле, военные. Так, все-все, пошли. Они, конечно, вряд ли прям за мной выйдут. По-моему, они стреляют по нам. Ладно, все, текаем отсюда. Спокойно, аккуратно. Патрончиков мало, кстати, осталось прям. Мега мало. 0 миллизивертов, и вот я и на базе. На базе деревни новичков. Так, да, это оно самое. Мы вроде как пришли. Думаю, что у вас есть смысл сбагрить. Ты что так бежишь, как дурак какой-то? Так, вот дошли. Да. Пообещал 3600, отдал, ой, 360, и отдал 360. Кстати, мне бы один комплект для приготовления пищи прям был бы неплохо, потому что он просит 4, у меня 3 есть. Так, что за стрельба, я не понял, по кому это? Тушканы, что ли, приперлись? Хм, забавно. Так, ладно, берем первый квест тогда. Слушай. Работаем. Батарейка, артефакт, вот травоядный мутант, наконец-таки. Начали квесты такие давать. Все. А чё, чё происходит, военные напали? Серьезно? Нифига себе, я загрел, да, вояк получается? Так это как бы не я, а чисто небовцы, мои друзья. Мне это как бы насрать было на них. Ну ладно. Че, думаете, бой не примем, что ли? Да вроде как они и атакались. Че шо? Че происходит? Там хип вон шляется. Да, ладно, не моего ума дело. Сейчас тогда надо тайники местные пообыскивать и надеяться на то, что что-то с них дропнется, но это вряд ли. Потому что это тут не квестовый, на них наводки нету. Но квест недалеко, вроде как первый имеется, поэтому сейчас мы и им займемся. Первый квест, ну как недалеко, далековато, да ёб твою мать. Но я думаю, для этого здания я возьму квест сразу волка, да, то есть пойду с ним вместе. Точнее не с ним, а с его ребятами, которых он мне даст, надеюсь. И уже там мы будем думать, как с этих мутантов одолеть. Так, аккуратненько пролазим здесь, прямо вот до сюда и, ну да, как я и в принципе ожидал, ничего не найдем. Увы и ах, ладно. Черт с этими тайниками, ничего полезного тут вряд ли будет. Ну нет, рубли, хотя с другой стороны, хотя бы что-то так, венах на горизонте нету, нету. Разжечь, а у меня есть чем разжигать, да вроде нет. Волчара, дай квестов, пожалуйста, побольше. Здорово, квест. Вот, первая вывозка, это для меня. Ну ты бы еще бы дал, а подожди, спасение рядового сталкера, ну давай сделаю. А это где? Спасение сталкера, да, все квесты в одном месте. Ух ты, у тебя ПСОшек. Или что это? У тебя СКС какая-то мощная. И у тебя СКС-ка, по-моему. Покажите меня здесь. Но вы что-то как-то, мне кажется, не поможете мне ни черта, потому что вы косые со снайперок. Но если попадете, то будет неприятно многим. Так, дикая территория найду. Товар Сир. Один с нашивок без проблем. Защита интересов. Нет, сталкеров. Макруху не. Макруху мне не предлагаю, пожалуйста. Вот это бандиты в баре. Чего? Какой-то баг как будто. Наемник. Мне нейтральные наемники. Ну давай бандита в баре, конечно. Это что-то мега странно звучит на самом деле. Как рофл какой-то. Ну,
Ладно. Так, патрошки давайте-ка всякие обоссорные продадим, как и перчатки, как и сигареты, допустим. Хотя сигареты тут можно, сигареты нормально работают от радиации, поэтому нет. Трогать сиги я не хочу. Так, это непригодные. Непригодные. Этими не пригодятся патроны. Ну, просто 40 килограмм, сейчас скинем, уже 27. Уже неплохо. Так, это какие? Так, мне надо же по факту деть на 19. Мне вот эти вот не нужны. Зачем? Поэтому на тебе пилюльки или что это? Не, пилюльки лучше тебе продавать не буду, дик ты нафиг. Ты мне лучше дробь, наверное, отсыпь. Так, и здесь какие-нибудь дешевые прям. О, 15, сколько надо? У нас 10 тысяч, в принципе, есть. Думаю, что вот так и дроби чуть-чуть отсыпь, чтобы прям наверняка. Все, вот так делаем, вот так делаем. Небольшой плюс прям ушли банально, но главное, что ушли в плюс, это прям важно. Так, мужики, пошли. Начнем с первых заданий. Следовать за мной, огонь на усмотрение. Здесь все у нас да, патроны есть, все, я готов. Лагерь нас встретил боец ВСУ на дикой территории. Короче, ладно, это на дикой территории, это не про меня очевидно, поэтому. Поле аномалий, мясорубка. Ух ты, это, ну это самодельный прикладной модуль, но тем не менее полезная хрень. Так, стоп, я еще один тайник помню здесь недалеко. Надо бы мне его тоже сейчас обыскать, посмотреть, что в нем имеется. Ибо наверняка что-то очень полезное. Так, радиация, да. Видимо, мы в очаг радиации сейчас влетели, но наш костюм, наш шлем более-менее защищает. Да, неплохо, смотри. Нашли шкатулки с драгоценностями. Прям вообще здорово. Но радиации хапнули. Не хапнули вообще, на удивление. Видимо, какая-никакая защита есть. Да и, видимо, радиация там не сильно большая. Поэтому вот. Так, ну что, дальше куда? Первый вывозка это сюда. Спасение сталкер. Ну вот так, наверное, пойдем, да. Кажется, не особо принципиально, как идти. Но главное, что мы выполним 3 квеста, и там уже, надеюсь, награда будет стоящая. Так, ну что у нас будет в ревне, интересно мне знать. Ничего. Так, ладно, вот там тайники попозже пообыскиваем тогда. Главное, никакие аномалии не влететь, это обидно будет. Так, китиков наблюдаю, но... Настолько ли это опасный мутант? Еще, да, где-то один. Нет. Вот тебе первая вылазка. Так, забирай тогда все у тебя. У тебя что-нибудь есть? Охренеть, сколько коготков-то. Надо будет идти к мяснику на свалку. Там эти коготки возьмет прям как за здрасте. Хорош, чел, хорош. Так. О-о-о. А это случаем не наши ли сталкеры, которых мы провожали? Не, ну не может такого быть, что... Подожди, это реально они? Очень похоже, что это они. Если у него отбой... Да, это они. Охренеть. Охренеть. Это они, потому что помнишь, у него был отбойник? С ума сойти. Вот это да, вот это вот, вот за это я и люблю аномали, за ее непредсказуемость. Тебя торговец заказал, нифига себе. А когда они успели там? С ума сойти. Ну это мега стрёмно, согласись, ты этих сталкеров буквально недавно там провожал, и тут они подохли. Ты чё за кек вообще? Так, ладно, снайперская винтовка. О, подожди. Ну и та есть, не знаю, наверное, будет... СВ по темпу огня лучше и по точности, но урон у него слабже. Это мосинка. Ну, мосинку оставляю мне. СВ так, для калаша не надо. Ну, кстати, наверное, я все-таки вот так сделаю. Мужики, вы еще подберите эти стволы все. Я пока с мосинкой побегаю. Блядь! Ты че с камикадзе делаешь? Охренеть. Ты что творишь, бандит? Как-то мега события разворачиваются мега странно, да, согласись? Мне твой калаш не пригодится, как и костюмчик, но от потрошки я его забрал, да. Не вот так, тайник пустой. Главное, этого сталкера не завали никакого. Как вы так прозевали-то, скажите мне? А, сталкер на этом, на ТП, а не на элеваторе. Я подумал на элеваторе сначала. Ну ладно. Капец, еще первый иду, как обычно. Это нехорошо. Ну ладно. Будем все отчекивать тогда как-нибудь. Нету никого. А че он пришел вообще? Он прям вообще, ну видели, как он летел на нас? Это с ума сойти. Это ненормально, мне кажется. Так, огонь на усмотрение, кстати, да. Я не знаю, почему у вас какой-то другой там огонь стоял. Надо на усмотрение, конечно же. Так, еще. Подожди, эти патроны, они случаем. Че это за патроны? Не знаю, что-то какие-то левые, очевидно, да? Здесь вроде никого нет, да и наш челик и не агрится. Хотя на них полагаться тоже такое, если как ты видишь. Поэтому. Бляха, что это? Кто это? Че пугаешь? Он калаш подобрал, молодец. Вместо снайперки. Не нужна тебе снайперка, все равно промахиваешься. Так, а там у нас кто? Там у нас. Пузырь, кстати. Я в него ни раз в жизни в аномалии не прыгал, да и не буду. Но как минимум сегодня точно, потому что зачем? Мне оно надо. Такое счастье. Так, тут пусто. И имеется тайник. В тайнике не пусто, находим пиво. Не, ну ради пива надо было сходить, конечно же. Энергетик есть? Давай энергетик бахнем. Чтоб радиацию вывести, чтобы чуть побольше бегать. Чтоб, в принципе, получше себя ощущать. Ну, слушай, но графони в аномалии, конечно, симпатичный. И всегда им был. Реально. Очень красивый графоний. Мне нравится. Еще я на максималке поставил, даже экстрим настройки. Когда солнышко будет, вообще, да, офигеем, наверное, конкретно. Так, а тут у нас что? Что-нибудь есть?
Полезное есть, полезно. Нам бы сейчас, знаешь, куда сходить? До местного механика. Так, ух, твою мать, зомби. А, слушай, мне с вами или мне надо разобраться, кстати? Ну, вряд ли. Вряд ли с вами, поэтому пошли. Это будет какой-то ремейк ТЧ, кстати, сейчас. В фоне миссии тоже спасать какого-то рядового сталкера. Так, АТП, да-да-да. Надеюсь, что убью, если чё. Так, тут никого нет, почему? А где? Нет, тут вообще никого нет. А рядовой сталкер где находится? Подожди. Как будто где-то вот здесь. На АТП. А, вот он. Чел, ты в... Так, вставай, вставай. Хочешь идти, иди за мной? Обновлено. Так, не стрелять. Ладно, какое усмотрение. Ну ты куда с пистолетом-то полетел, скажи мне? Ладно, пойду с тобой. Но это мега опасная вещь на самом деле. Так, мужики, давайте, давайте, давайте. Это он? Непонятно. Ну такое ощущение, что они вообще на кого-то лево агрятся. Провалено. Ну я отгружусь. Потому что я не знаю, но это бред. Я не хочу квесты проваливать. Или чё, это все-таки одна жизнь. Не совсем честно отгружаться, присутствовать. Ну я не, ну типа это же связано не с моей одной жизнью, а с его вот этого кента одной жизнью. А ты кого вообще загорели здесь? Я не очень... Понятно. Я все понял. Ты не туда воюешь. Убил, не убил. По-моему, кстати, завалил, да? Да. Я хочу сам его завалить, не надо его трогать. Пожалуйста, так. Нашивки нам нужны. Патрошки нам пригодятся. Так, слышите, дядьки, стой. Не стрелять. За мной идите, пожалуйста. Тут какой-то один левый кент вообще такое ощущение был. Надо тебе какую-нибудь войну хорошую, точнее, просто какую-нибудь войну скинуть. Ты не подобрал, да, ни с него ничего? Тут у тебя пистолет дефолтный, это мега плохо на самом деле. Так, тут что у нас? Женский журнал Максим, или что там, Playboy. Кстати, 500 лайков, я показываю Playboy, поэтому давайте. Так, патроны, здесь пусто, тут спальник находим, вот это хорошо, прям здорово. Так, таблетки кофеина пригодятся мне тоже. Ну, сейчас надо двигать, от этих мутантов валить. Да, пошли. Еще по поводу фаст-тревелов, поставили мы такие фаст-тревелы, что, ух, твою мать. Такие фаст-тревелы поставили, что можно перемещаться только на те места, где ты уже был, и при перегрузе в том числе. Так, огонь на усмотрение, кстати, если что. На, хорош, давай. Я тут прыг завалил. По ногам, давай, давай. Молодец. Тихо. Да, это жестко. У нас сейчас... Да, отойди ты уже, натахил меня. Я за тебя боюсь попасть по-другому кому-то. Если выживу, проставлюсь в медику, пишет. Ты что ли, филимят? Так, кстати, перегруз-то опасно может быть. Потому что неизвестно, как там кобан меня долбанет. Может, убьет нафиг. Фига, он идет агриться активно. С пистолетом. Герой какой, а? Да, сволочь. Только сказал, что герой, и все, и слит. Ну нет, они убегают. Дай пока тебя обыщу. Ничего полезного. Ну, не знаю, может, снопилось как-то попытаться пошмыхать. Ну, это мега странно и сложно будет, я думаю. Не попаду никогда в жизни еще. Хотя почему? Ну, Коцу вроде, да, его? По жопе там он настучал нормально, все, он скрылся за горизонтом, хотя остался коцаном. Так там аномалий жесть сколько, ну. Так, и чё, подохли они, нет? А нихера, они там у вагончика этого. Вы чё, издеваетесь надо мной, прикалываетесь, смешно? Ненавижу, когда мутанты вот так убегают от смерти своей. Так, алё, плоть. Ну сколько по тебе можно настреливать, скажи мне. Убил. Или не все на этом? Да сколько? А где еще кабан тогда? Или он... А сейчас прикинь, он за Жаданаса побежал, это будет кек какой-то. Да нет, он... Вон он шляется, вижу его. Все. Все, отлично. Вот теперь точно на этом все. И тогда возвращаюсь в деревеньку. Рядом враги. Ну, еще так-то фаст-тревели, где геймплей, быстрое перемещение во время боя. Поставим еще. То, что, то, блин, какие тут враги, мы всех завалили, типа. У меня стояла эта галочка. Вроде как, всегда. Никто не возмущался. Но я, конечно, могу, опять же таки, это первая серия. Может, вам что-то не понравится, что-то вы посчитаете нечестным, и я сниму все эти галочки. Но фаст-тревел это святое. Так, вы там ни по кому не стреляйте. И двигайтесь, да? Привет, брат. Так, я выполнил задание, 4000 нам дает, отлично. Да и сталкера я спас, по-моему, и все-все сделал. Какой молодец, а какая продуктивная серия получилась. Так, сейчас нам, надеюсь, побольше накинет награду. Выполнил задание 4, и я выполнил задание 7. Травоядный мутант, ты раньше не мог этот квест дать, скажи мне, дядя?
И сколько там? 25 тысяч у меня есть уже. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. 25, это здорово. Так, у меня есть информация, кстати. Держи-ка пока полторашка сверху еще накидывается нам. Ну и сейчас всякого дерьмищина продаем ему. И он вообще офигеет от жизни. Так, вот эти патроны, кстати, они... Ну, продадим, но если что, они очень классные, они полезные, они могут там пригодиться в будущем очень сильно, но не сейчас. Так, часть тел мутантов продавать не буду пока, а всякие вот эти вот патроны обосранные, так, вот это. А, чего еще? Ну, вот это. Ну что, ладно, часть тел мутантов будем тогда сдавать мяснику. Ну, плюс 6 тысяч чисто с мутантов, но если бы я еще продал вот это все, это было бы еще лучше, но... Ладно, пока этим заниматься не хочу. А есть у него уже дофига костюмов, конечно, 44, тут стоит некоторые 41. Но пока, не знаю, пока мне кажется, это жестко было бы. Окей, на этом первую серию закончу, друзья. Всем спасибо за просмотр. Чекайте, что там произошло у Фарреда в первой серии. Мне сам не знаю даже, он задолго начал играть. И, по-моему, у него начало всякое поинтереснее будет. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока-пока, еще увидимся и не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной. Забери меня, забери меня. Отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце.